Пацаны, всем доброе утро. Смотрите прикол. Кто-то уже стекло выбил. Вон моя пушка-гонка стоит. Снег выпал ночью. Сейчас выкину мусор. Завожу. Чуть сполосну на мойке. И работать. Ну а если вы ищете автомобиль в аренду под такси в Москве, то рекомендую обращаться в таксопарк «Полет». По промокоду «Полетели» скидка на первый оплачиваемый день будет 1000 рублей. В парке есть автомобили «Эконом», «Комфорт», «Комфорт Плюс» класса, автомобили грузовые, автомобили под доставку, ну, которые там «Дел Матиз», вот такие вот. Пишите, звоните, все ссылочки, номера будут в описании. Не забывайте про промокод «Полетели». Всем привет, меня зовут Александр, вы на канале «Алиса и таксуй». Сегодня у нас воскресенье, 29 января, время 9:45, получу первый заказ. Вот еду на подачу, до подачи ехать 8 минут, долгая поездка на Ефремово в Москву, 44 километра, 55 минут. Это ехать вместе с подачей. Ну, подача 5 километров, платная подача 200 с копейками рублей. Ну, типа 9 минут ехать, ладно. Надо выбираться отсюда, потому что здесь возить не хочется. Ну, тут дешевенькие поездочки. Ну, вот. И сейчас падал, заказ первый я пропустил. Без конечки заказ был. Ну, то есть без кнопки по делам. А это заказ был в коммунарку. В принципе, ну, типа, я поехал в коммунарку. Оттуда уже можно хорошо уехать в Москву. Ну, ладно. Не знал, что это коммунарка, поэтому не стал брать. Вот. Смена начинается с дальничка. Это хорошо. Рейтинг 4.97 пассажира. В принципе, нормально. Так, ну что ты разворачиваешься? Проходишь там? Не проходишь, ладно. Вот. В общем-то, я еду работать. Ребята, если кто-то из вас еще не работал как самозанятый, то рекомендую подключиться. Использовав мой промокод, вы получите 3 промика. Каждый из них на 12 часов без комиссии Яндекса. Я получу 1 промик за каждого из вас. Вот. В чем плюс самозанятого, да? Можно покупать смены. Покупать смены можно, плюс 5 баллов приоритета будет, плюс первое время у вас будет вот эти баллы, которые даются за заказы, да, там, чтобы платину набить, золото, вот это вот все, там будет плюс 10 баллов. То есть, допустим, сейчас у меня комфорт плюс 40 баллов, а у вас будет 50, там, первые 3 месяца. То есть, ну, в принципе, будет проще набивать все вот эти статусы. Вот. Также сейчас Яндекс тестирует новую карту свою банковскую. Типа Яндекс.Банк они сделали, карта банковская. Она уже у некоторых водителей появляется, но пока работает так себе. Но перспективы у этой карты, я думаю, есть. Ну, как только она появится доступная у меня, я сразу же ее заберу. Вот. То есть там можно будет пластик забрать, но пластик можно будет забрать, единственное, что только Москва и Питер. Вот. В других регионах только виртуалка будет. Ну, либо как-то потом еще, может быть, сделаю в других городах. Можно будет ее забирать. Вот. А эта карта какие преимущества дает? Она дает преимущества такие, что когда деньги вам приходят после заказа, ну, то есть вы заказ сделали, через 3 минуты деньги после, от этого заказа падают уже на эту карту. То есть и сразу можно ими там расплачиваться, там, переводить и еще что-то. Вот. Пока это все коряво работает, пацаны пишут то, что там статус не обновляется, верификации, да, не проходят, документы не проверяют. Но, тем не менее, задаток есть, потенциал есть, поэтому вот ждем, когда это все будет доступно. То есть деньги сразу, это хорошо. Считайте, что как будто в парке работаете. Вот. Поэтому я думаю, что стоит попробовать. Плюс будет экономия на сменах, ну и как минимум экономия на промиках будет. Вот первые 3 промика получите, и будет хорошо. Минимум, там, условно говоря, ну, типа 4,5-6 тысяч сэкономите. Вот, поэтому вот как-то так. Я поехал работать. Вам приятного просмотра. Пожалуйста, не забывайте подписываться на канал. Это очень важно для роста канала, для развития. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайк и по возможности пишите комментарий. Приятного просмотра. 45 минут, первый заказ 1419 рублей. Отвез первый заказ. Так, братишка, там кирпич, если что. Первый заказ отвез, упал следующий до деревни Бережки. Это возле Подольска. Яндекс пишет полторашку. Вот, ехать типа час. Вот, надеюсь, что пробок нет, доедем быстрее. Ну, посмотрим. И потом можно будет уже где-нибудь перекусить, потому что время будет обед, и что-то я уже есть хочу. Утром позавтракал кашей, стараюсь сладкое не есть.
но не всегда получается. Вот, и надо сейчас еще от фастфуда отказаться, вообще шикарно будет. Вот, водичку я уже пью много. Как много? Это много по сравнению с тем, что я раньше пил. Вот, но на самом деле это все еще мало. А, вот, кстати, дорогу от меня скульптура, типа, это глина с мятой. Скульптура какашки. Памятник какашки его. А, так его вроде называют, но это не точно. Вот сейчас съезжу в Подольск, ну там деревню эту Бережки. Ну, если я правильно посмотрел, то это возле Подольска. Но я могу ошибаться, потому что я так быстренько. Да, это за Подольск. Вот. Так, и на зеленый я не успел. Типа уже проехал на красный. Так, до подачи мне еще 8 минут ехать. И поездка на час. А, на час, она на час поездка, это вместе с тем, что я на подачу сейчас еду. То есть поездка будет меньше. Поэтому нормально. Вот, сейчас заказик отвезу, и будет хорошо. 45 минут, 1588 рублей. 34 минуты, 1883 рублей. Часа 36 минут, работает машина. 128 километров уже проехал. Средний расход 8 литров. И вот получается 3 заказа, 5,190. Сейчас поеду пообедаю и дальше работать. Второй раз уже сегодня заехал на мойку машину помыть. Сейчас сделал 3 заказа, машина опять грязная. Сейчас сполосну еще, пообедаю и дальше работать. Смотрите, какие это номера. 154 регион. Это кто у нас? Это у нас Санечек. Как здорово. Работа? Это король эконома. На связи. Все ништяк. Тачка, пушка, гонка. Какой у него уже пробег, Саня? А? Какой пробег? У меня пробег 200 тысяч уже. Нормально. 188, правда. Ну, 200 тысяч. Себе и царское сиденье, видишь, тут снял вот это. А люди пусть начинают. Вот эта шашка самая пиздатая, короче. Да. Временем проверено. На 140 км в час не улетает. О, верхушка летит. Короче, пообедали с Саньком в чайхане, сейчас поедем работать. 27 минут, 1309 рублей. 31 минута, Машкова, 1115 рублей. 28 минут, Горбушкин двор, 921 рубль. 48 минут, 2072 рубля. 39 минут, Ватутинки. Завершить. У меня уже второй раз в Ватутинках, когда приезжаю сюда, телефон виснет. 39.40 так и показывает. Дубль 2. Давай, быстрее соображай, надо заказ завершать. Угу, давай. Вчера такая же история, ой, вчера, в прошлой смене такая же история была. Когда приехал на этот район, ну как на этот район, к себе домой, грубо говоря, у меня тут также телефон повис. Ну, связь, походу, тут этот же безлимит, он это Билайн, и походу Билайн здесь не фурычит. Сейчас чуть отъеду туда куда-нибудь, может быть, нормально будет. Хотя утром, когда выезжаю, о, все, поехали завершить. 1294 рубля. 40 минут. Сейчас ситуация была просто, ну не прямо сейчас, уже минут 10 назад. Пассажиров вез на прошлый заказ. Короче, по Калужке еду по выделенке. Там от СКАДа начинается, ну не прямо от СКАДа выделенка начинается, ну короче там где начинается выделенка, движение такое плотничковое, я туда заныриваю, там впереди едет Форд. Не знаю, что за Форд, короче, ну, обычная гражданская машина, не таксишка, нихера. Едет просто там, вот ограничение оси, он едет 78, так. Я ему моргаю, типа, братан, давай-ка с выделенки, сваливай нахер отсюда. Он вообще ноль реакции. Я его начинаю обгонять, перестроиться, чтобы. Он, короче, меня не пускает. Я думаю, ах ты, сука. Короче, я прям, это, ну, нормально с таким запасом обхожу его. И вот он, сука, вот нахуя? У меня просто других слов нету, блядь. Он... сам нарушает, едет, и мне не дает по правилам ехать.
Вот думаю, ты черт, блядь. Я прям такой вот, уф. Потом заказ отвез, короче, и маленько подуспокоился, вот сейчас записываю, чтобы не сильно эмоционально. Вот. А то мне пишут, типа, как ты спокойный постоянно. Да нифига я не спокойный, тоже так же нервничаю, как и все. Вот, просто чуть подышал, успокоился и дальше работать. Вот такая история. 16 минут, 522 рубля. 41 минута, 1643 рубля. Смена закончилась, это значит, что пора подводить итоги. Отработал сегодня 10 часов, смена закончилась 10 минут назад. Так, странновато ехать, когда горит свет в машине и никого в округе нет, ну ладно. Сделал я сегодня по таксометру, ну вернее вообще, да, 10 заказов. 10 заказов за 10 часов, грубо говоря, заказ в час. Вот. Получается у меня, сейчас покажу вам, если будет видно, надеюсь, 14 156 рублей грязными. Вот, надеюсь, видно. Ну, если не видно, сорян, поверьте мне на слово. Вот. 14 146 рублей. Или 156 рублей. Ну, что-то такое, короче. 156, по-моему. Вот, за 10 заказов. Были сегодня дальники в основном. Ну, то есть, типа, средний заказ, наверное, типа, 1000 плюс. Ну, даже не наверное, а 1000 плюс, потому что, 1400 получает средний заказ. Вот. Но были заказы и дороже, и дешевле. Ну, как бы вот как-то так. Самый дешевый заказ, по-моему, 900 рублей, что ли, что-то такое. Нормально. Вот. В принципе, не напряженная смена получилась, потому что мало пассажиров было, да, и через себя много людей не пропускаешь. Это вот, конечно, плюс вот именно тарифов выше эконома, что не нужно там с кучей людей общаться, не нужно кучу людей через себя пропускать. Понятно, что как бы ты вроде с ними и не общаешься с пассажирами, вы просто молча едете такие, типа, здрасте, до свидания, но все равно вот эта чужая энергетика, там, я не знаю, все равно там, типа, какое-то общение никакое есть. И чем его меньше, тем как бы лучше себя чувствуешь. Получается, пробег у меня сегодня, конечно, конский. Сейчас уже 477 километров, а когда домой приеду, будет 500. Вот. Ну, двушечку, наверное, на бензе сегодня точно спалил. Хотя, опять же, вот машина пишет, средний расход у меня 7,9. Ну, потому что я вот по трассе туда-сюда, туда-сюда катался. Вот. И, в принципе, ну, неплохо получилось. У меня редко такие пробеги большие. Вот. Но вот сегодня вот такой получился. Расход радует, 7,9. Я как бы, ну, никак пенсионеру, грубо говоря, езжу. То есть, ну, там, если, грубо говоря, 110, то 29 я еду вот так вот. То есть, нормально. Такая вот смена у меня получилась. Хотелось бы, ребят, сказать вам огромное спасибо, кто регистрируется как самозанятый, используя мой промокод. Вы очень сильно помогаете. Ой, тут дорога не очень. Вот, спасибо вам еще раз. И если еще не работали как самозанятые, то регистрируйтесь, указывайте мой промокод, получите до 3 промокодов на 12 часов каждый без комиссии Яндекс. Я получу один. Вот, как-то так. Спасибо. Вот. Ну и, ребятушки, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. И спасибо, что смотрите. Спасибо, что подписываетесь, кто подписывается. Я вот по статистике смотрю, 70% кто смотрит, смотрит без подписки. Это нехорошо. Поэтому вот подпишитесь. Вот. Ладно, ребятушки. Я поехал домой. Осталось еще немножко. И отдыхать. Вот. Пока.